Туғанлықты әйтір алдынан, біз итке түшірірге тешіпіз, біз өзіміз жалан бір яны ұруынан бұлабыз. Шуна көрі, ирендік бойында ешкен біздің ата-бабаларыбызды, шунан башларға тип ойлаймын да, мына біздің қарт ата-бабамыздың бірі, Ғабдулла Ғабәсұлы, ирендік бойында ешкен бола. Шунан да етім өткес оқи, һәм білім ала, шуға несік болға ала. 20 яшьтен, 30 яшьтен тиклем, қытарға сығып кетіп, шында оқытып берген бола. Һәм дә кире қайтып, бірген ұрының балларын оқыта башлай. Һәм өзінің баллары туа, мына Құтыйыл, Құлбәгидә, Күлзәбидә, Гүлзәбигидә, һәм дә мына біздің Зәйнәғабдин деген қарт-қарт олатайыбыз. Шуңа анда 1725 йылда олар көсергә мәжбүр була, Күңгәк дигән ергә, шул Ирәндектән ерак түгел. Шулай итеп, Зәйнәғабдин ата-ана оқшаған бола, нықтырыш бола, оқый, һәм ялан бер янының егеттәрен, қыздарын, балларын оқыта. Шуңа анда 1757 йылда Зәйнәғабдин Исқожа дигән улы туа. 1767 йылда алар Тұратау деген тауының күн сығышына орынлашалар, шында сөп кетілер, 114 ғайлә. Нишәбінді түрілі сәбәптер, анда біріғі мал туар көп өстерге зор әйбәт яланар керек болған бұла бетінді. 1702 йылда Тұратау яғынан кері икенсі орындар әдлерге мәжбүр болалар, сөнке ол уақытта хөкімет темір рудаһын эшкәртә башлай, таба башлай, сығара башлай, шуңа алар эзләй башлай яңа урындар. Һәм 1702 йылда әлеге Стәрлебаш тан ерак түгел Бөрйән юлдашы дигән бер авыл тергезеп сығалар. Анда инде 138 гаилә булып китәләр. Шулай ук Зәйнәғабдин шул вакытта гарәп теленә укыта, мәдрәсәлә Стәрлебашта. Исқожа Зәйнәғабдин улы ул да нык оқымышлы була. Шулай ук мына Бөрйән юлдашында яшәп, гаилә төзеп бетендә гарәп, төрек телләрендә оқытып бере мәдрәсәлә. Шулай ук нимә әйткән килә, нык оқымышлы булып ул балаларын тырыша оқытырга. Шуларның арасында мына балалары туа бетендә Мәгъидә, Таип, Загит, Сәгид, Хисмәт, Мади, Махмуд дигән балалары туа. 19-нчы бабатның уртагында бер нисә гаилә Тайматқа ғана түгел, Мұтал деген ауылға сығып кетілер. Шулардың арасында мана мен қартлатайым Муса бұла бетінде. Түбенгі Мұтал деп атала ол, бірінші жылдары бетінде. Шонда мына туа аны ұлы Ниғамәт. Тайыптың үнді екі ұлы бола. Шулардың арасында шул мен қартлатайым Муса, һәм Ғали. Ғали әйтіп өтсәнде, шул улы була Рахматулла Шарифулла, Халил, Ғали, һәм Ғали дигәндән улы без белгән ардақлы шәхестәрнең береһе Мөхәммәт Ғали Исқожин булып сала. Художественно-исторический музей БРГИ образован в 2005 году. За 9 лет музей собрал более 2000 экспонатов, которые приносили учащиеся, родители, учителя. В музее организовано несколько экспозиций. Одна из них посвящена истории школы-интерната номер 2, которая была образована в 1962 году и носила имя Юрия Гагарина. В 1993 школа-интернат была переименована в гимназию. Появилась в музее экспозиция, посвященная юбилею города Кумертау. В большом количестве здесь также представлена хозяйственная утварь, порядка сотни экспонатов. Здесь башкирская юрта и большое количество различных монет, зарубежных, а также купюр советского периода. Совсем новая экспозиция посвящена Великой Победе. Началом создания экспозиции послужили исследовательские работы учащихся. Уже потом стали появляться экспонаты военных лет. Скажем, вот двоюродный брат из города Санкт-Петербурга привез каску советского солдата. Это был подарок. Потом следующая задумка была совместно с художником Большаевым Николаем Алексеевичем сделать картину, где были представлены герои Советского Союза Кургазинского района.
вместе собраны около Вечного огня. Идея, которую хотел реализовать руководитель музея, состояла в том, что все герои собрались вместе у Вечного огня, чтобы почтить память павших и вспомнить своих сослуживцев. Особая экспозиция посвящена пчеловодству и истории его развития в Башкирии. Борцевой улей был привезен из села Якупово и подарен музею. В чем особенность этого улья? Дело в том, что она была вырезана из ствола дерева, средняя часть выдолблена. И в чем особенность еще в том, что соты и рамы не были вставлены туда, а пчелы сами их делали, и мед собирался там. Далее вот этот экспонат, это раевня. Во время роения пчел, когда пчелы улетают, значит, пчеловод, он, скажем так, собирал вот этих пчел вот в раевню, на несколько дней их успокаивал, ставил куда-то в веранду, например, холодное место, а потом уже обратно в какой-то новый улей выставлял этих пчел. Предполагают, что этому улью более 100 лет, и нигде ничего подобного нет ни в одном музее республики. А наша башкирская пчела, она хотя и злая считается, но в то же время она и сильная, выносливая. Она переживает холодные морозы, она выдерживает и жаркую погоду, скажем так. Вот, наверное, проблема в том, что вот часто пчеловоды жалуются, что пчелы все-таки привозят издалека, вот, и происходит смешивание. И в итоге вот, поэтому вот на территории, например, Башкирского заповедника таких привозных пчел вообще не запускают. Это вот запрещено, потому что это все-таки исторически, уже миллионами лет эти пчелы живут на территории Башкирии, и, наверное, их нужно сохранить. Особое место в музее занимает вот этот Коран. Доставили его из Оренбургской области. Предположительно, возраст издания – несколько веков. На страницах Корана есть записи, сделанные людьми, причем в разные времена. Одна из записей сделана в 1937 году, причем женщиной, которая свидетельствует, что этот Коран подарил ей ее дед. Здесь записывали самые интересные такие моменты. Значит, уход каких-то людей на фронт, кто-то не вернулся. Даже есть такие моменты, когда по годам были, например, такие интересные, сложные климатические погодные условия, например, там сильные бураны, морозы, гибель каких-то людей. И есть такие места, где именно край, где была запись, были оторваны. Ну, я даже считаю, может быть, какие-то, может быть, записи были, которые не нужно было показывать, потом были порваны. Много планов у организаторов музея, экспонатов прибавляется, замыслы организовывать их в экспозиции тоже есть. А воспитанники интерната приходят сюда на экскурсии с большим удовольствием. Музей все-таки это своеобразный мост, который между прошлым и настоящим. Они, зная истории, нельзя сотворить что-то новое, хорошее. И из этой истории надо выбирать самые лучшие моменты. И в то же время смотреть, что было плохое, и чтобы их не совершать заново. Вот наши школьные вот эти музеи, я думаю, наверное, вот такую роль выполняют. В благоустройстве территории Башкирской республиканской гимназии номер 3 приняли участие десятки активистов. Это члены исполкома Курултай Башкир, Союз башкирских женщин, Советы аксакалов и молодежь. Силами учащихся в гимназии заранее очищены территории и подготовлены лунки. Решение о проведении такой масштабной экологической акции было принято на одном из заседаний исполкома Курултая. Педагоги Башкирской республиканской гимназии номер 3 говорят, что акция организована своевременно. Пришкольный участок нуждался в обновлении. Наша гимназия образовалась в 1959 году, а в начале 60-х годов у нас вот площадью 3 гектара были высажены очень много разных саженцев, а одним из них является яблоновый сад. Но, к сожалению, время прошло более 50 лет, поэтому мы были вынуждены старые деревья рубить, выпиливать, вывозить. В ходе акции вместо старых деревьев высажено 60 саженцев липы, рябины и сосны. Посадочный материал для проведения акции предоставлен Куиргазинским лесхозом при поддержке предприятий «Акрополь» и «МУПДОР».